Всем привет, друзья! Ну что, сегодня вторник, и сегодня нам с вами надо будет закончить работу с Яндекс.Доставкой. Кей планировала, в принципе, откатать еще 4 заказа, получить 1100 бонусов и пока отложить эту работу и заняться изготовлением крыльев. А также с Wildberries'ом там тоже надо поработать. А сегодня с утра я, значит, открываю приложение. Сейчас покажу вам. Так, смотрите. Открываю, значит, а у меня... Блин, а где она? Вот здесь было, да, вот. 0 из 17, написано 0 из 17 заказов. Я думаю, в смысле? Надо сделать 17, что ли? А это, оказывается, новая уже. Вот 7 из 11, если я 4 добью, сегодня-завтра будет 1100. А если сделаю 17 до 11 июня, будет 1400. Это, конечно, заманчивое предложение, но не знаю, буду ли я участвовать. Посмотрите на мой рюкзак. Это я коту отдала его на растерзание. Ну как отдала? Просто не препятствую его выбросу энергии. Думаю, я же все равно разбогатею. Только хожу пока как бомж. У нас сегодня, кстати, не жарко, как раз сейчас градусов 16, наверное, 17. Я, значит, собралась. И вот это зеркало, оно такое обманчивое, оно так вытягивает и стройнит. А то, которое в коридоре, вообще показывает правду плачевную. Ну что, я выехала на свою парковочку в Чурилово. Сейчас подожду минут 10-15. Если будет тишина, то поеду в город. Время 11 часов. Ну и план на сегодня сделать хотя бы 4 заказа, чтобы уже 1100 заработать и спать спокойно. Все, забрала первый заказик с Чурилова. Дождалась я. Ждала всего минут 7 сегодня. Но ехать мне сейчас на северо-запад, на другой конец города. 23 минуты Яндекс сказал ехать. Пакетик забрала со склада. Капец, у нас еще мост перекрыт в Челябинске на ремонт. На год, наверное. И я в такую пробочку сейчас попала нормальную. Так, первый заказ у меня вот этот далекий вышел на 261 рубль. Интересно, сколько мне придет с него продолжить. Так, оценочки... Пятерочки. 191 мой. 70 рублей забрали. Прям в легкую. Так. $69. Угу, сборы. Так, ждем следующий заказик. Так, что я еще хотела посмотреть, будут ли эти заказы идти вот сюда, в эту, в 1 из 17, да, они идут, вот здесь у меня осталось 3, и получается, они уже считаются вот в эти 17 заказов. Так что, если я сегодня сделаю еще 3, мне останется 14 заказов до 11 июня. Конечно, прям мотивирует хорошо, прям азарт опять просыпается, и хочется и 1400 заработать. В общем, следом же мне прилетел второй заказ. Я даже, наверное, 3 минуты не постояла. Ой, я сейчас еду вообще в Копейск. Забрала прям практически из той же точки, куда привезла, в соседний дом. И еду сейчас в Копейск. Заказ у меня стоит 460 там, с копейками рублей. В принципе, мне нравится. Копейск тоже люблю. Копейск ближе к моему району, роднее. У меня, кстати, сейчас, когда второй заказ ждала, вот так с вертикального в горизонтальное положение телефон перевожу, и он у меня просто начинает глючить и гаснуть экран. Отпечаток моргать. Это вообще, этому телефону полгода даже нет. Новый Samsung. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но 5-й iPhone у меня так вообще никогда не глючил, хотя ему уже года 4, наверное. В принципе, кстати, свободно так в городе, хорошо, пробок нет, вот только в местах, где дорожные работы, и вот мост у нас перекрытый тоже на ремонт, и вот из-за них в некоторых местах пробочки, а так прям красота, свободно. Так, уехала я, в принципе, в жопу мира, ну не в жопу, ладно, короче, еще из-за Копейск, даже не в самом Копейске, продолжить.
Пассажир рыл, чё, поблагодарила за поездку, стало 30 рублей чаевых, нифига себе. Такое у меня первый раз. Так приятно. Спасибо. Пассажир указал номер подъезда 4. Открыть. Но это я сейчас как раз подъехала и унесла до подъезда. Блин, вот эти чаевые первый раз вижу, прикольно. Так, оценить, отправить. Так вот, мелочь, да, приятно, вообще приятно. 564 рубля вот у меня за... Сколько время-то? 12.53, я с 11 за 2 часа я заработала. Нормально, 2 заказа сделала. Более-менее. Сейчас постараюсь, растет. Постараюсь в копейске что-нибудь взять, чтобы в город тоже пустой не ехать. Ну, посмотрим. 10-15 минут подожду. Если ничего не будет, поеду в город. Сейчас еще ехала, не туда свернула. Навигатор говорит, первый съезд на кольце. Я в первый съезд на кольце свернула. Изменить маршрут. И, короче, не туда разворачивалась. Ну, там несложно было все вернуть назад. Тут, правда, дорога прям вообще подубитая такая. Вы помните, я когда таксовала несколько дней назад, доставляла, там 4 заказа у меня было на 380, а сегодня вот 2 заказа 560, так что раз на раз не приходится. Сейчас пока ехала по Копейску, пришел заказ, я его в ту же секунду нажала принять, все, у меня уже маршрут перестроился там, построился, и я быстрее там поворачивать, и все, и сразу же опять заказ отменен. Передумали, в общем. Сейчас подъехала к ТК «Слава», вот здесь есть Копейский комплекс торгово-развлекательный. Пойду схожу, воды возьму. Пока сейчас с линии уйду, схожу в магазин и буду здесь ждать минут 15-20. Я думаю, по-любому надо дождаться заказ в Копейске. На улице еще такая погода, прям грех не поработать. 16-17 градусов и такой ветерочек прохладный. И вроде солнышко светит. И в то же время дождь обещали. Непонятная такая. Но хорошо, прохладненько. Взяла, короче, воды и зубную пасту надо домой. Вот здесь, смотрите, сцену еще не убрали, рассады продают. Здесь мини-рыночек такой, там фонтанчики. Там парковка. Смотрите, что я еще купила себе на обед. 59 рублей, 2 вот таких вот бутерика с зерновым хлебом. Думаю, ладно, пока обед, как раз 2 часа сейчас поем. И сразу на линию выйду, пока заказ свой жду. Так. Ну, еще спасибо за комментарии. Вот пишет, спасибо вам. Спасибо, что пишете, реагируете, даете обратную связь. Вкусные, кстати, вот эти бутерброды. Там прям отварная курочка, помидорка и вот этот хлеб зерновой. И прям соуса по капельке. Ну, не так, чтобы, знаете, майонезное там все. Вообще, зашли хорошо. Сидим мы уже минут 10. Сейчас еще минут 10 посидим и поеду в сторону Челябинска. То что-то так и уснуть можно. Сейчас вот поработаю эти дни. Ну, если я возьмусь все-таки за бонус 1400 рублей. Вот эти 17 заказов. Кстати, напишите в комментариях, как вам такие видео с Яндекс.Доставки. Нравится, не нравится, как вот ездить со мной, выполнять эти заказы, что почем и как проходит работа. Отработать, в общем, откатать эти все заказы. И выходные надо либо на мойку, либо к родителям поеду и прям пропылесосить, убрать. Хочу все в салоне. Этот пух сейчас летит. Ну и вообще даже с зимы я еще не пылесосила, как зима прошла. И пыль протереть, и машину помыть. Прям хочу чистоту навести. Ну все, 15 минут прошло. В общем, выезжаем в сторону Челябинска. Будем там еще оставшиеся 2 заказа ждать. Блин, так идеально. Сейчас как раз подъезжала к своему району, думала, к родителям поеду, заказов нет, заеду. И мне опять на ЧТЗ на моем районе заказик прям прилетел. Отлично, мы с девушкой встретились, я подъехала к зданию, она такая мимо проходит, я сначала не поняла, пакетик мне положила.
Так, еду сейчас опять на северо-запад. Так, унесла третий заказ на 178 рублей. Оцениваем отправителя. Блин, получателя не оценила, что ли? Капец. 695 рублей за три заказа. Сколько у меня было, я уж запуталась. Смотрите, без комиссии 935. 2221 рубль 51 километр. Типа я проехала. Ну, по факту, мне кажется, больше. Так. Все, сейчас буду ждать четвертый заказ. И знаете, азарта просыпается. Думаю, может и пятый сразу сделать, чтобы вот в эти 17 заказов попасть. Так, три заказа. 178. 47 рублей Яндекс забрал с этого заказа. Ладно, ждем четвертый заказ. Время 3 часа дня. С 11 я работаю. То есть, что получается? За 4 часа я сделала 3 заказа. Вот сейчас не знаю, сколько придется ждать, чтобы четвертый мне сделать. Но самое главное, что мне здесь нравится и что меня устраивает, это в любой момент ты можешь выйти на линию и в любой момент ты можешь закончить свою работу. Ну, не считая, конечно, времени, которое ты на заказе везешь заказ. А так надо тебе куда-то, все, ушел. Есть у тебя свободное время, вышел, заработал денежку. Ну и вчера я как раз задумалась. Заказ. Вот, кстати, я в центре Челябинска сегодня. Улица Труда у нас такая. Знаменитая. Вон там у нас Манхэттен, да. Манхэттен. Все дела. Здесь у нас Гагарин парк. Блин, я фиг выехала сейчас, капец, никто вообще не пропускает. Все, поток летит. Хоть на аварийку вставай и реви. Так, ну все, мне сейчас в Ленинский надо. Как раз рядышком с моим ЧТЗ. Увезу и поеду до родителей. Все, 4 заказа у меня будет сделано. Так, ну все, 136 рублей. Сейчас посмотрим, сколько заработали. Продолжить. Так, это что у нас получается? 794 рубля. Так, надо с линии уйти. У меня телефон как раз разрядился практически. 17% осталось. Все, 794 рубля заработали. 2320. И завтра буду ждать. Завтра 1100 буду ждать. И здесь у меня, видите, эти заказы уже пошли в следующий бонусный набор. Из 17 заказов. 13 штук до 11 июня. Это что получается? Сегодня у нас... 8, 9, 10, 11, 3 дня, 13 штук, по 4-5 заказов в день. Не знаю, посмотрим, может быть. Конечно, заманчивое предложение, но и бензина тоже уходит немало. Вот сейчас 2300 я заработала, да? Так, у меня бензина осталось... Так, 174 километра, вот я обнуляла еще заправки, на 1000 заправлялась. Ну, на 2-3 доставки у меня еще есть бензина. И получается 2320. Короче, посмотрим, ладно. Ну вот по сравнению с тем днем, да, когда я 4 заказа сделала за 380, а в этот раз 4 заказа почти на 800 рублей. Почти в два раза больше. Вот тоже нету, короче, логики здесь нигде. Сейчас позвоню маме, узнаю, если они дома. Они, скорее всего, дома. Заеду. Попроведаю. Да потом поеду домой. Время как раз без 24. Идеально вот до пробочек сейчас, до час пика все сделала. С 11 до 3:30. 4,5 часа. Нормально поработала.
Вот смотрите, я заправляла на 1000, у меня полбака, грубо говоря, было. И вот столько я искатала. Даже еще, наверное, 4-5 заказов можно брать на этом бензине. Надо опять включила, блядь. Ты чего не материшься? Не матерись давай. А? Не матерись давай, это мы вчера готовили. Я еще не успела. Ну, я смотрела, хотела посмотреть твои беляши. Я уехала в 11. Нифига не посмотрела. Видео. Приеду, сейчас выложу про беляши, как мы готовили. Я вчера первый раз беляши готовила. И что, у тебя получилось? Ну, да. Почти. Ну, съели нормально. О, ма, это что, этот? Минтай? Это минтай. Саша тоже вчера мента, а я взял. Это мясо. Это ты с деревенской сметаной сделал? Да. Папа, потому что не ест с деревенской сметаной. Не ешь? Почему? Нет, он ест или с майонезом, или с мясом. Почему? Там любит. А что он? Нифига. Не любит он ее. Нам кажется, кислым пахнет. Давно, блядь. Давай мясо, пока горячее. Спасибо. Давай перемешаем. Чай перемешал. Так, мы чай попили. Ты без... Покушали? Тебе носки надо, наверное. А я сняла их, наоборот, специально. Ну, другие, да, где ты забираешь ноги. Так я видишь. Хотела босиком, чтобы помыть ноги. Да так ладно на улице. Да ладно? Да, ну ладно. Ну, в тапочку. Поливаться мы пошли, короче. Поливаться. Завтра же вроде дождь обещают. Да? Да. А я что-то смотрела, у меня нету дождя. Нарисовано просто облачное. Мама, тут уже... Это, мам, земляника же, да? Это Виктория. А, это Виктория. Уже Виктория. Земляника, которая в лесу, да? Ой, смотрите, уже красные. Красные. Вкуснятина. Пиончики расцвели. Красота. Ого! Вот это я попала. Комок грязи прям. Чернуша. Вот там мокро все, а ты сидишь. Сейчас будешь вся черная. Иди давай. О, вот. Чернуха. Там вон. Смотрите, сейчас вам покажу. Колодец. Колодец, который я, мам, сколько это лет? 10 назад, наверное, или 15? Мне нет, прям... 15. Не 15? Нет, ну, лет 10, да? Лет 10. Тебе сейчас 30, вот считай. Даже, может быть, лет 8. Да? Конечно. Мне так захотелось прям прудик в огороде. Вот вырыли. Видишь, уже вода уходит. Вода... Там, видимо... А, да, там вода уходит. Там покрышка получается. И выкопала яму. Мама тоже воды налила, цветы посадила. Мини-ботанический сад. Еще булавочку сюда. И шашлыки. Мама мне тут посадила лук. Он уже взошел. Взошел. Взошел? Взошел? Короче, вырос уже. Вон. Уже скоро можно прорвать. В общем, дальше я его буду растить у себя на окне. Или на балконе. Вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи!